Смарта и чудо-сумка. Привет! Я Смарта. Это мой самокат. А это моя чудо-сумка. Это любимое печенье Спотти. Спотти, ко мне! Где ты, Спотти? Помоги мне его позвать. Для этого нужно крикнуть: Спотти, ко мне! Спотти, ко мне! Молодец! Но нужно крикнуть еще громче. Спотти, ко мне! Спотти, ко мне! Привет, Спотти! Смотри, что у меня есть. Твое любимое печенье. Косточка. Интересно, куда Спотти меня ведет? Ой, кто это плачет? Ты слышишь? Это цыпленок. Почему это малыш расстроился? Ты потерял маму? Мы ее найдем. Ты знаешь, кто мама цыпленка? Павлин, сорока или курица? Курица! Правильно, курица. Значит, нам нужно отвезти цыпленка в курятник. Я навигатор, хей, строку ты адрес вбей, если не знаешь, куда идти. У навигатора, хей, не спроси, удобный маршрут проложу, куда идти покажу. Эй, навигатор, как найти курятник? Входите в калитку, идите через дорогу мимо трактора и попадете в курятник. Спасибо, Хей! Ты запомнил маршрут? Калитка, трактор, курятник. Калитка, трактор, курятник. Ха! Спотти, Цып, приключения начинаются. Правильно, Спотти. Это калитка. Смотри, здесь написано «английская калитка». Значит, чтобы ее открыть,
нужно сказать по-английски «откройся». А что нам нужно, чтобы узнать перевод слова? Конечно, словарь! Привет, хеллоу, алла, бонжур, я все вокруг перевожу. Я мистер Токи, твой словарь, скорее слово называй. Токи, как перевести на английский язык слово «откройся»? О! Открывать. Перевод на английский open. Ты слышал? Надо сказать по-английски open. Open. Громче, калитка не слышит. Open. Ура! У нас получилось! Спасибо тебе за помощь! Цып! Мы уже очень скоро найдем твою маму. А ты помнишь, куда нам нужно идти дальше? Что говорил навигатор Хей? Калитка, трактор, курятник. Правильно! Сейчас нам нужно найти трактор. Смотри, в прицеп трактора нужно положить 9 морковок. Ты умеешь считать до 9? Называй цифры вместе со мной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Молодец! А теперь будем считать морковки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Получилось! Споти! Цып, поехали дальше. А вот и курятник. Давай постучим в дверь. Постучи с нами. Помогли Цыпу найти свою маму. А теперь пора домой.
Пока! Смарта и чудо-сумка. Привет! Я Смарта. А это моя чудо-сумка. Споти, смотри, маленький утенок. Он голодный. Его нужно покормить. Споти, у тебя есть хлеб? Косточка. Утки не едят косточки. Их можно покормить хлебом. А хлеб можно купить в магазине. Эй! Эй, навигатор! Я навигатор, хей, строку ты адрес вбей, если не знаешь, куда идти. У навигатора, хей, я спроси, удобный маршрут проложу, куда идти покажу. Хей, навигатор, как нам пройти к магазину? Выходите из парка, идите мимо курятника, перейдите дорогу и окажетесь у магазина. Спасибо, Хей! Ты помнишь, что он сказал? Курятник, дорога, магазин. Курятник, дорога, магазин. Правильно! Вперед, Спотти! Смотрите, какой непорядок! Нужно сложить все яйца в корзину. Правильно, Спотти! Сложим их и посчитаем. А ты умеешь считать до 5? 1, 2, 3, 4, 5. А теперь посчитай ты. 1, 2, 3, 4, 5. Молодец! А,
можем ехать дальше. Ты помнишь, что говорил навигатор? Курятник, дорога, магазин. Правильно! Значит, нам нужно ехать к дороге. Ой, светофор не работает. Все стекла на нем серого цвета. Нам нужно их раскрасить. Ты знаешь, какие цвета нам нужны, чтобы раскрасить светофор? Красный, желтый, зеленый. Правильно. Красный, желтый, зеленый. Мы пришли. Это магазин. Косточка. Споти, это хлеб. Держи. Косточка дома. А сейчас мы едем кормить уточек. Приятного аппетита, уточки! Они говорят нам спасибо. Куда поедем теперь, Споти? Спасибо тебе за помощь. Увидимся завтра. Пока! Смарта и чудо-сумка. Привет! Я Смарта. Я и мой песик Споти играем в паровозик. Ой, паровозик остановился. Не переживай. Нужно заменить батарейки, и паровозик поедет. Хм,
где взять батарейки? Вспомнила! Батарейки есть у меня дома, в папином пульте от телевизора. Споти, за мной! Чтобы попасть ко мне домой, нужно перейти дорогу и пройти мимо детского сада. Ты запомнил? Дорога, детский сад, дом. Дорога, детский сад, дом. Смотри, автобус не может закрыть двери. Давай поможем ему их закрыть. Для этого нужно сказать по-английски «закройтесь». Чтобы узнать, как по-английски сказать «закройтесь», позовем мой словарь Токи. Токи! Привет, хеллоу, алла, бонжур, я все вокруг перевожу. Я мистер Токи, твой словарь скорее слово называй. Как перевести на английский язык слово «закройтесь»? Close. Ты слышал? Надо сказать по-английски «close». Close. Громче, иначе двери не закроются. Close! Спасибо, Токи! Ты помнишь, куда нам идти дальше? Дорога, детский сад, дом! Правильно! Нам нужно пройти мимо детского садика. Споти, знаешь, что это? Косточка. Нет, твоя косточка дома. Это детский сад. Здесь есть качели, песочница и игрушки. Ой, а эта горка сломалась. Давай поможем машинкам. Чтобы вы могли ехать, нужно найти треугольник и поставить его вот сюда. Квадрат! Круг! Прямоугольник! Треугольник! Спасибо! Спотти все понял. Споти, ищи треугольник. Молодец! Это треугольник. Машинки, все готово. Спускайтесь.
Ты прав, нам пора ехать. Дорога, детский сад, дом. Мы приехали, Спотти! Нашла! Вот пульт от телевизора, а в нем батарейки. Готово! Теперь поезд может ехать. Спасибо тебе за помощь. В следующий раз мы поедем в магазин за новыми батарейками. Смарта и чудо-сумка. Привет! Я Смарта, а это овощной суп. Это будет мой овощной суп. Смотри, я кладу туда картошку, капусту, свеклу, лук. Ой, а где же морковка? Я ее уже положила? Положила? Нет! А ты помнишь, какие овощи лежат в кастрюле? Картошка, капуста, свекла, лук! Правильно, морковки там нет. Может быть, Спотти знает, где она? Помоги мне его позвать. Для этого нужно крикнуть: Спотти, ко мне! Да, только нужно крикнуть чуть-чуть погромче. Крикни погромче, пожалуйста. Спотти, ко мне! Спотти, это была морковка для супа. Ты же знаешь, собаки не едят морковку. Косточка. Это моя чудо-сумка. А это косточка. Любимое печенье Спотти. А где мне взять морковку для супа? Ты знаешь, где она растет? На детской площадке? В лесу? Или в огороде? В огороде! В огороде! Правильно! А как нам пройти в огород? Спросим у навигатора Хэя. И
Я навигатор, хей, строку ты адрес вбей, если не знаешь, куда идти. У навигатора, хей, не спроси, удобный маршрут проложу, куда идти покажу. Привет, навигатор Хей! Хей, навигатор, как нам найти огород? Выйдите из дома, пройдите мимо магазина, перейдите дорогу и найдете огород. Спасибо, Хей! Спотти, приключения начинаются! Спотти, здесь что-то блестит. Монетка! Какая красивая! На ней написано «1». Возьмем ее с собой. Так, ты помнишь, куда нам нужно ехать, чтобы найти огород? Что говорил навигатор Хей? Магазин, дорога, огород! Правильно! Значит, едем к магазину. А вот и магазин. Спотти, ты нашел еще одну монетку. Ты знаешь, какая цифра на ней написана? 2! Правильно! Да, Спотти, мы можем купить что-нибудь вкусненькое. Но кто нам поможет посчитать монеты? Калькулятор! Не смог посчитать, все просто 1, 2, 3, 4, 5. Цифры называй, кнопки нажимай. Правильный ответ узнай. Калки, на наших монетках написано 1 и 2. Сколько будет 1 плюс 2? 1 плюс 2 равно 3. Та-да-да-дам, та-дам! 3! Спасибо, Калки! Где здесь написано 3? Правильно, Спотти! Вот цифра 3. Мы можем купить мороженое. Было вкусно. Куда нам ехать дальше? Ты помнишь? Магазин, дорога, огород! Точно! Нам нужно ехать к дороге.
Подожди, Спотти! На красный свет дорогу переходить нельзя. Скажи, пожалуйста, Спотти, на какой свет мы переходим дорогу? На зеленый! Спасибо! Ты запомнил, Спотти? Ура! Зеленый! Вперед! Правильно! Мы приехали! А теперь пойдем искать морковку. Нет, Спотти, это капуста. Морковь растет под землей, а сверху зеленые хвостики. А теперь домой! Давай скорее положим морковку в овощной суп. У меня будет очень вкусный суп. А ты какой суп любишь больше всего? Какой? Скажи громче, я не слышу. Да, думаю, это вкусно. Спасибо тебе за помощь. До новых встреч. Смарта и чудо-сумка. Привет! Я Смарта. Это мой песик Спотти. А это моя чудо-сумка. Осторожно, Спотти! Куда ты меня ведешь? Ты хочешь покататься на колесе обозрения? Спотти, знаешь, что здесь написано? Не знаешь. А ты знаешь, что здесь написано? Билет! Билет! Правильно! Спотти, чтобы покататься на колесе обозрения, нужно купить билет. А где его купить? Нам расскажет навигатор Хей. Я навигатор Хей, строку ты адрес вбей, если не знаешь, куда идти. У навигатора Хей спроси. Удобный маршрут проложу, куда идти покажу. Хей, навигатор, как нам найти кассу?
разворачивайтесь, ищите цирк, около него поверните направо, пройдете мимо тира и найдете кассу. Спасибо, Хей! Рад помочь! Ты запомнил, куда нам идти? Цирк, тир, касса. Спотти, приключения начинаются! Смотри, это цирк. Какие красивые воздушные шарики. Ой. Теперь с одной стороны шариков 5, а с другой 4. Какого шарика не хватает? Помоги Спотти правильно назвать цвета. Красный! Зеленый! Желтый! Оранжевый! Какой шарик остался один? Скажи мне! Оранжевый! Правильно! Здесь оранжевый шарик есть, а здесь нету. Я знаю, как все исправить. Теперь все на месте. А ты помнишь, куда нам надо идти дальше? Что говорил навигатор Хей? Цирк, тир, касса. Правильно! Значит, нам нужно идти в тир. А вот и тир. Смотри, Спотти, в этом тире нужно раскрашивать машинки в разные цвета. Чтобы бластеры с краской стреляли, нужно называть цвета. Помогай мне! Зеленый! Синий! Красный! Желтый! Ура! Мы раскрасили все машинки. Можно ехать дальше. Мы приехали! Здесь написано, что билет стоит 2 монетки. А нам нужно 2 билета. Спотти, сколько будет 2 плюс 2? Спросим у калькулятора Калки. Калки! Помоги нам, пожалуйста! Кто-то не смог посчитать. Все просто 1, 2, 3, 4, 5. Цифры называй, кнопки нажимай. Правильный ответ узнай. Правильный ответ узнай. Правильный ответ узнай. Калки, сколько будет 2 плюс 2?
2 плюс 2 равняется 4. Та-да-да-дам, та-дам! Спасибо, Галки! Споти, у нас 4 монетки. 1, 2, 3, 4. Спасибо. Споти, мы можем ехать кататься на колесе обозрения. Ко мне, Споти! Очень красиво. Без твоей помощи мы не смогли бы покататься. Спасибо тебе.